В конце августа в Олде пройдет большая спартакиада, на которую приедет 1000 спортсменов со всей России. Один из объектов, который будет принимать гостей, станет новый спорткомплекс «Юбилейный». Арина Прахова расскажет о готовности объекта к столь важному событию. За сеткой у нас находится новая система отопления, которая вынесена из-под подпола. И она сегодня более функциональна, то есть в зале будет значительно теплее. Новая система отопления, новая кровля, полы, вентиляционная система. Основной, точнее капитальный ремонт прошел в спорткомплексе «Юбилейный». Теперь обновленный объект соответствует всем требованиям, которые предъявляют к помещениям для игровых видов спорта. Обновлена совершенно новая система освещения. Сейчас еще придется ее немножко подстроить, чтобы не слепило глаза игроков, но тем не менее это достаточное количество света по требованиям, которое здесь вот рассчитано. То есть в этом отношении здесь тоже определенное новшество. Сейчас большой двухэтажный спортивный объект начинает наполняться спортивным инвентарем. В одном из залов уже появились заградительная сетка, ворота для игр в мини-футбол. В скором времени здесь поставят новые скамеечки, навесное оборудование, а также подготовят стойки на разметке для активных игр. Спортивный комплекс «Юбилейный» стал по-настоящему универсальным объектом. Здесь могут проходить занятия по 4 различным видам спорта. Чтобы понять, по каким, достаточно посмотреть на разметку. Так, белое нарисовано специально для игр в мини-футбол, желтое предназначено для игр в бадминтон, синее – большой теннис, ну а красное нарисовано для игр в волейбол. Сейчас новый спортивный объект готовится принимать гостей. Он станет одной из площадок для проведения крупного спортивного события – спартакиады городов центра и северо-запада. Здесь будут проходить игры команд, женских команд по волейболу. Вот мы будем встречать гостей. Считаем, что сам зал он соответствует всем необходимым требованиям. Ну и тем не менее покажем нашим гостям, что у нас есть вот такие объекты, которые мы приобретаем вновь. Восстанавливаем их и даем им новую жизнь. Помимо этого, в новом зале будут заниматься различными видами спорта все желающие. График занятий в спорткомплексе «Юбилейный» уже составлен на весь предстоящий год. Здесь юные волокжане смогут заниматься боксом, тяжелой атлетикой, бадминтоном, мини-футболом, волейболом и теннисом. Группы по секциям будут формироваться с середины августа, а занятия начнутся с сентября. Арина Прахова, Максим Тышковец, Вологда Портал.